сегодня стали свидетелями проведения 7-го традиционного чемпионата мира по украинскому национальному виду боевых искусств «Казацкий двобий». Как вы видите, количество участников у нас растет с каждым годом. Этот год стал рекордным благодаря работе Украинской спортивной федерации казацкого двобоя, благодаря международной работе Всемирной федерации казацкого двобоя. Наш турнир собрал 1200 участников. Сборная Украины представлена спортсменами из 20 областей Украины. Участвуют 15 стран. Появились и зарегистрировались официально уже новые представительства. Это непосредственно наши друзья, наши соседи, Республика Беларусь. Первый раз принимают участие представители Южной Кореи. Представлены практически все азиатские страны постсоветского пространства. Данный турнир, как всегда, является финальным, заключительным в году. Подводятся результаты года, будут определены победители. Уже по предварительным подсчетам сборная Украины занимает первое место в этом чемпионате. Сборная Азербайджана выходит на вторую позицию. И третье место еще определяется, поскольку не проведены финальные поединки по многим разделам. Мы определим бронзового призера чемпионата мира в командном зачете. Я очень рад, как представитель белорусской сборной, поприветствовать всех участников соревнований и сказать большое спасибо организаторам такого чудесного турнира, который объединяет наши народы. Все было очень здорово, все очень хорошо, хорошо приняли. На этом турнире мы получили сертификат представительства Всемирной организации казачьего двубоя у нас в Белоруссии. И мы будем являться их представителем в дальнейшем. Мы бы хотели провести такой же чемпионат у нас в Белоруссии. Готовимся к этому, проводим агитационную работу, собираем клубы, заинтересованные в этом. Ну и думаю, что в дальнейшем мы не хуже, чем здесь, проведем у себя такие же соревнования. Прежде всего, что я хотел сказать, что на данном чемпионате мира по казацкому двобою, ну, действительно, лично для меня, как для тренера, как для отца, как для деда, очень знаменательно то, что именно здесь моя семья принимала участие в полном составе. То есть выступил я, выступил их моих два сына и две моих внучки. Вот чем, как для меня, хорош казацкий двобой. Во-первых, традиции, которые присущи нашей стране, присущи нашим предкам. Ну и, соответственно, это передается новому поколению. Также они готовы принимать в свои ряды, скажем, культуры других стран, дают им возможность здесь реализоваться, именно в нашей национальной системе единоборств. Огромная благодарность организаторам за возможность вот этого праздника, огромного праздника для всех детей, в том числе их родителей. Ми популяризуємо казацький двобій в усьому світі, і на даний час представництво казацького двобою вже відкрито у 20 країнах світу. В найближчих планах підключення Об'єднаних Арабських Еміратів, то там буде у нас відкриватися представництво. Таким чином ми постійно розширюємо географію в світі. Ми поздравляємо всіх любителів бойових искусств, всех поклонников украинского национального вида казацкого двобоя. С наступающим Новым годом! Мы вступаем в новый год календарный, спортивный. Мы ожидаем все команды на ближайшем украинском крупном самом турнире. Это чемпионат Украины среди школьников и Кубок Украины среди взрослых, который будет проходить в городе Сумы 15 марта.